поле пыль стоит столбом. И Дели, идет вперед! Пока ребята гоняют мяч по полю, группа поддержки активно сочиняет кричалки и переживает за любимых игроков. Шутка ли? Лучшие национальные команды региона собрались на площади Куйбышева в рамках турнира «Кубок наций». Во все времена футболисты у девушек в почете. Он должен быть, наверное, очень внимательным, прям резким таким, дерзким, как пуля. Два дня под палящим солнцем, жесткий регламент и ни минуты покоя. Названия команды говорят сами за себя. Идель, Салават Юлаев, Русичи. В составе представители только одной национальности, но допускается присутствие легионеров. У каждого свой секрет успеха. Выносливость, техничность, тактичность и сплоченность. Ну, собрали команду очень давно, играем каждую неделю по раз, два, три. В разных чемпионатах и турнирах участвуем все вместе. Все с разных районов. Собрались там же друзья. Какая идея именно в Кубке наций, да? Чтобы ребята еще сдружились друг с другом. То есть это различные национальные культурные центры, да? Но вот футбол их объединяет. Это очень здорово, это очень хорошо. Тем более, когда это происходит вот здесь, в центре города. Кубки и грамоты нашли своих героев. Победу одержала татарская сборная «Идель». Второе место у башкирской команды. Ну а бронзу заслуженно получили русичи. Юлия Черняева, Алексей Золотенков. События.